Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. Мы находимся в Мексике, резорт Каталония Роял Тулумб. И сегодня третий день нашего отдыха. Мы утречком встали, проснулись и пришли на завтрак. Перед завтраком мы зашли вот сюда, посидели в джакузи, немножко прогрелись, как то говорится. Вот такая джакузи здесь. Заказали себе массаж на 10 часов утра. Вот здесь будут нам делать массаж. Все это находится на берегу, рядом возле пляжа. Сегодня прекрасная погода, солнышко светит. И сейчас идем на завтрак. Завтракать. Вот в вот этом ресторанчике мы будем завтракать. Мы уже заказали себе завтрак. Вот прямо здесь, на берегу, будем завтракать. Вот такая красота в Мексике. Здесь вечером проходит ужин. И вот тут здесь вот бар. Здесь вечером музыка играет и дискотека, так сказать, танцы до упада. Ну, вчера здесь точно некоторые падали. Мы вечером были здесь. Народ танцует. Прямо вот здесь возле бассейна. Вот там возле стойки. Вот здесь вот на площадке. Вон там площадка вся была занята. Вон там находится спа-салон. Фитнес-рум. Кто хочет потренироваться. Видите, там через стекла видно, люди занимаются спортом, тренируются. Это спа-салон. Сейчас утро, 7 часов утра, начало 8. И народ уже подтягивается, кто на завтрак, кто в фитнес, кто на пляж уже. А мы вот идем в ресторанчик завтракать. Вот, вот этот ресторанчик. Мы находимся в эксклюзив клуб. Это 5-звездочный, так сказать, клуб. Все включено. All included, так называемый по-английски. И идем завтракать. Вот здесь вот так вот встречают нас. И вот здесь вот можно позавтракать. Погодка прекрасная, солнышко светит. Аллочка уже кофе здесь пьет. Доброе утро. Да, еще не принесли наш завтрак? Ну, сейчас принесут. Это бар. Можно заказывать все, что хочешь. Все включено. Ола. Ладненько, пойдем мы завтракать. И будем потом
заниматься своими процедурами. Волейбол играть, купаться, загорать. Массаж у нас сегодня. И будем наслаждаться этим прекрасным отдыхом. Погодка сегодня отличная. На небе чисто. Солнышко светит. Водичка теплая. Вот как-то так. Всем всего хорошего. Пока-пока. А нам приятного отдыха. До встречи, дорогие друзья.